Проекты лидеры рейтингового голосования за приоритетные территории для благоустройства активно реализуются в столице Ненецкого автономного округа. В текущем году в Наринмаре построят большие игровые кластеры на улице Строительной и в районе детского сада «Радуга». Подробности у Катрины Тайбарей. Проект по формированию комфортной городской среды активно реализуется. И в скором времени прямо здесь, во дворах по улице Строительной, развернется современная детская игровая площадка. Работа кипит. Строительство игровых площадок и зон отдыха в районе улицы Строительной и детского сада «Радуга» идет полным ходом. Подрядные работы в соответствии с контрактом выполняет индивидуальный предприниматель. На данном этапе у нас уже произведена линейная планировка участка. Как видите, уже укладываем брусчатку. А в этом году решили попробовать какие-то новые цвета, более яркие. Так это детская площадка. Все-таки хотелось бы, чтобы здесь было, такие цветные, яркие краски для детей. Как сообщает застройщик, основные работы будут закончены в срок. Но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране задерживается поставка малых архитектурных форм для площадки. В конце августа поставят почти весь объем детских игрушек, кроме двух больших комплексов, которые аж в конце сентября будут отгружены. То есть, соответственно, детские площадки мы будем стараться открыть как можно раньше, но уже будет зависеть не от нас, а от завода, который изготавливает их. На территории в районе домов номер 10 и 11 по улице Строительная будут установлены большой игровой комплекс, беседка для родителей, качели, детская юла и многое другое. А также всесезонная ель, что позволит жителям микрорайона проводить здесь новогодние праздники. В районе детского сада «Радуга», помимо перечисленного, будет установлена тарзанка, топиарии в виде зайчиков, гномиков и грибочков. А также будет сформирована аллея. Будет такая, как знаете, детская сказка, где дети будут мимо покататься на тарзанке, смотреть по сторонам и видеть ландшафт в виде озеленения и топиария. Проекты по обустройству общественной территории на улице Строительной и в районе детского сада «Радуга» заняли первое и второе место в рейтинговом голосовании за приоритетные объекты для благоустройства в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», которое прошло в 2020 году. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, телеканал «Север».